А у нас на очереди физкульт-минутка, и проведет ее сегодня тренер Дарья Надольская. И не одна, она пришла сегодня с сыном Маратом. Даша, Марат, доброе утро. Доброе утро, Марат. Приветствуем тебя. Ну, конечно, ты главный в этой паре, я так понимаю, да. С мамой. Ну, начинай тогда. Пожалуйста. Очень важно с ранних лет для детей занятия физкультурой, упражнения различные для формирования правильной осанки. Сегодня я объясню, а Марат покажет упражнение, как деткам сформировать осанку, помочь. Ложимся. Мама не дает тебе подзатыльники, когда ты сутулишься, нет? Нет. Правильно, у тебя хорошая мама, иначе бы маму наказали бы. Мы ложимся на животик. Я присаживаюсь и придерживаю ножки ребенка, чтобы они не поднимались наверх. Ручки мы выводим перед собой и на выдохе поднимаем корпус полностью наверх. Давай. Раз, вниз, два. Стараемся голову держать перед собой, не поднимать ее назад сильно, чтобы да, не кривить позвоночник. Следующее. Руки мы выводим в стороны. Да, собираем их в 90 градусов в локтевых суставах. И также, поднимая наверх, мы собираем сильно-сильно лопатки. Поехали. Раз. Представляю, какое у Марата трудное детство. Мама-то спортсменка, еще. Понимаешь? И удержать. Хочешь? А есть смысл иногда замирать в верхней точке? Да, обязательно. На удержание. И последнее. Мы ручки вводим назад. Кладем их себе на бедра. Да. И полностью поднимаемся наверх. Также головой мы смотрим вперед. Поехали. А для спины это совсем не вредно? Нет, это полезно как раз-таки для спины. И удержать наверху. Держим. То есть, чтобы прям и немножко дышь. Больно было, да? Да. Ну, не мы кости должны болеть, скажем так, позвоночник, а именно мышцы. Да. Опускаемся. Расслабляем верхний отдел и поработаем немножко над нижним, над поясницей. Для этого мы отдельно каждую ножку поднимаем наверх. Поехали. Одну, прямую, раз. Вторую. Еще раз. И удержать. Одно. Вниз. И вторую. Угу. Опускаем. И можно также поднять две вместе наверх. Прямые. Давай. Прямые, Марат. Старайся. Раз. Маратик, и ничего, вторые. Это мама тебе дома все скажет. А сейчас мама, видишь, говорит, Маратик, а дома так засадит за уроки. Неправда. А Маратик, он Маратик все всегда уже, для меня хороший. Да? Поднимаемся. Да-да. Да-да, моя умница, да-да. Марат, можно у мамы спросить один вопрос? Угу. Даша, а вот если, вот бывает, знаешь, защемит нервик в спинке, ну, деткам, наверное, это не знакомо, то можно делать какие-то упражнения, когда вот раз, не дохнуть, не повернуть, не засмеяться. Так вот, можно делать упражнения или лежи тогда себе и не дергайся? Лучше тогда уже на расслабление сделать какой-то массаж, чем наоборот на закачку. Можно массаж. Ведь с этими упражнениями, да, мы укрепляем и можем сделать, ну, как бы еще хуже. Поэтому лучше то расслабить уже сначала не мышцы. Насиловать организм. Да, а потом уже приступать к каким-то физическим упражнениям. А у тебя есть вообще любимое упражнение? Да. Какое? Отжимание. Сколько раз отожмешься? 30. 30? Да. Вот иди, вот попробуй с Маратом. На пальчиках отожмешься? На кулаках? Нет, на пальцах. На трех пальцах. Какой даже. Честный ребенок. Да. Надо говорить «могу». Он всегда говорит «могу». Вот он всегда говорит «могу». Правильно. А люди верят. Спортивная семья. Да, спортивная мы семья. Хороший, прекрасный Марат и Даша. Марат, приходите к нам. Спасибо. Будем больше времени отводить для вас, чтобы и пообщаться, да. И посмотреть на ваши упражнения. И вообще понять, спасибо. О чем наши дети сейчас говорят и мечтают. Хоть наши. Узнать это. А это наши дети, это все наши дети, да.